дорогие зрители театра «Красный факел», я от всей души хочу сказать вам огромное спасибо за ваше активное участие в нашей ежегодной краснофакельской акции «Будьте добры». Смею заверить вас, что все деньги, которые вы пожертвовали в наш фонд, все подарки, все игрушки, все книжки, все подгузники мы обязательно передадим в Дом ребенка номер один. Спасибо вам огромное за ваше участие, за вашу сердечность. Мы всегда рады видеть вас здесь, в театре «Красный факел». И особенно приятно осознавать, что мы работаем, мы творим для таких замечательных людей. Спасибо вам огромное.